Так, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. В компании Faberlic наконец-то появились новинки, стали доступными, их мы долго очень с вами ждали. Хочется сказать, что белье нормальное, хорошего качества, очень хорошего качества, очень простое и очень удобное, функциональное и совсем не просвечивает, да, ни в каких отделах. Что верх, что низ, как бы не просвечивает. Итак, давайте с вами начнем. Все белье идет марки «Стой дому». Приходит оно вот в таком вот красивом, симпатичном пакетике. Вот такая вот наклеена аннотация на него. Это первое, что мы с вами будем смотреть. Это трусы слипы, модель «Элегант», цвет телесный, размер 44 эмочка, артикул 82-369. Состав верха 83% полиамид, 17% эластан, а кружево 85% полиамид, 15% эластан. Ластовица 100% хлопок. Вот такое вот белье. Я хочу сказать, что оно очень хорошего качества. Обратите внимание, как все прошито. Оно очень эластичное, хорошо тянется. Да, обратите внимание, даже когда его очень сильно натягиваю, оно практически не просвечивает. А самое, что классное, то, что оно имеет хлопковую всю же ластовицу. Это тоже здорово, это к телу приятно, это к телу хорошо. Вот так вот они выглядят, очень простенькие. А сзади все до единого трусики идут вот такие вот простенькие. А спереди они немножечко украшены кружевом, да, то есть не просвечивает, да, то есть, ну, я думаю, тянутся тоже очень хорошо. Они не впиваются ни в талию, ни во что, что вот мне очень нравится. То есть вот просто такое хорошенькое белишко отличного качества. Далее, что мы с вами посмотрим, это вот пришедшая в таких вот пакетиках, это бюстгальтера с плотными чашками на косточках, модель «Элеганс». Цвет телесный, размер 75Б, артикул 82-277. Состав идет 83% полиамид, 17% эластан. Кружево 85%, полиамид 15% эластан. Подкладка 100% хлопок. Да, вот такая вот красота, тоже марка Story d'Amour. Вот такое вот белье, так оно пришло. Вот эти штучки, да, смятая бумажка, она была проложена вот тут вот бюстгальтере, чтобы он не смялся. Ну, во-первых, давайте посмотрим застежечку. Тут все мягонько, здорово, да. Давайте посмотрим с вами на качество. Белье тянется хорошо, имеет широкую резинку, да. То есть это... Тут вставлена косточка, силикона тут не проставлено, да, то есть бывает иногда, что тут есть силикон, нет, сейчас его нету. Очень хорошо тянется, качественные, тянется здорово. Тут вставлены косточки, вот что мне нравится в белье Faberlic, вот эти косточки, да, вот как у дешевого белья, которое, да, вот продается на рынках, в каких-то там забегаловках, магазинчиках, оно, вот эти все косточки, они выпадывают, ну, примерно через неделю начинают выпадать, врезаться, да, нам в ребра, еще куда-то, нет. Тут они очень эластичные, хорошие, они мне не сломались, даже при машинной стирке без мешка, что очень радует. И, конечно, они отсюда вот никогда не выпадут, что тоже классно. Немножко расстроилась, что тут нету нашего сердечка. Очень мне хотелось это сердечко тоже тут видеть, потому что я уже привыкла к нему, оно мне очень нравится. А, да, то есть вот такие вот лямочки, не очень-то широкие, да, хорошо тянутся, эластичные. Резинка хорошего качества, вот они тут регулируются, да, то есть они не по всей длине регулируются, а вот только вот тут. То есть можно сделать длиннее, короче. Прошито, как вы видите, все очень качественно. Где нужно покрепче, прошито очень-очень крепко. Такие вот две застежечки, тоже они никогда не выпадывают, ни при машинных стирках, ничего не повреждается никогда. Белье на самом деле очень высокого качества, и что мне нравится. Конечно же, на белье тоже есть возврат, вы его можете вернуть в течение 21 дня с момента заказа, если оно вам не подошло по размеру.
вы не повредили ни этикеточки, ни пакетик, то есть аккуратно открыли, померили, если что-то не нравится, его можно вернуть, поэтому не бойтесь, заказывайте, очень-очень удобно. Да, вот смотрите, как все прошито, здорово, классно. Телесное белье, я думаю, оно должно быть у каждой девушки. Далее, значит, тоже очень простенькие трусики. Это идет уже такой насыщенный лиловый фиолетовый цвет, да, тоже они очень такие, все одного размера, все одного фасона, просто вот посмотрите цвет, они идут более такие фиолетовые у меня сейчас в руках, а на видео они идут немножечко такие сине-фиолетовые, да, но они на самом деле насыщенный фиолетовый цвет дают. Вот, значит, трусики слипы модель Elegance, цвет черничный, размер 44М, артикул 8234. Состав идентичный. Да, вот хорошо тянутся, изумительно, да, то есть все пошито здорово, везде хлопковая ластовица, все просто идеально, да. Вот, вот очень мне нравится в нашем белье Faberlic, что качество всегда супер, что я никогда не боюсь похвалить это белье своим новичкам в чатах для коллег Faberlic, никогда не боюсь, что кто-то разочаруется в чем-то, потому что брака мне в белье, может быть, где-то бывало, как-то раз одно платье пришло, было прошито некачественно вокруг горла, да, вот это вот, так сказать, это вот эта вот каймовочка была некачественно прошита, но это одно единственное платье попадалось, да, и я его сразу же отправила на возврат, у меня его без проблем взяли, выслали мне новое, хорошее платьишко, да, то есть буквально через недельку я уже ходила в нем, да, а вот в нижнем белье вот прям изумительное качество, классные чашечки, я бы не сказала, что они толстые, они тоненькие, да, обычно в нижнем белье тут бывает разрез и вставляется еще вот дополнительно, да, как как для пушапа, дополнительно такие подушечки, которые можно доставать, выкидывать, можно оставлять. Так вот, тут в нем этого нету. Имейте в виду, да, кружево вот таким вот образом прошито. Тут все здорово, тоже видите, как красиво, все закрыто, все шовчики, все. Вот, ну, сердечко мне очень не хватает, конечно же, сердечко не хватает. И такое же точно белье, но голубого цвета, вы знаете, ни разу не заказывала. Мне очень понравилось. Цвет такой свеженький, приятный. Буду носить с удовольствием такие трусики. Да, это трусики слипы. Модель Elegance. Это цвет пудровый голубой. 44М-очка также. Артикул 83... Ой, так, минутку. 82-364. Вот, точно такие же классные. Так же, как вы видите, все прошито классно, все качественно, все здорово, без всяких нареканий. Все идеальненько. Да, красотища. Вот, и такой же вот бюстгальтер, такой же цвет. Также все прям здорово, да. Я очень люблю различные нижние белье, и голубого белья у меня не было, и я, в принципе, довольна. Довольно. Я еще дочке белья, конечно же, заказала. Посмотрев на это белье, я поняла, что оно простенькое, симпатичненькое. Грудь оно держит хорошо. Размер мне подошел. Да, вот эти все вот крючочки, петельки, они очень хорошо прошиты. Они у вас никогда не выпадут. Ничего такого не будет. Если резиночка вот эта вот, то она очень-очень качественная. Да? Обратите внимание, как она тут прошита. Как тут сшиты шовчики. Все так здорово, классненько, аккуратненько. И вы знаете, я когда снимаю обзоры про нижнее белье Faberlic, я никогда не боюсь его прям из упаковки достать. И, ой, что это? А, нет, это просто ниточка, да, ниточка. Вот, никогда не боюсь белье достать, да, вот во всем нижнем белье есть такой вот шовчик до серединки. То есть он такой мягонький, практически незаметный, грудь он давить, натирать не будет. Да, как-то в одном нижнем белье я заказала, и вот как раз, да, в белье Faberlic был такой шов грубый посередине, так вот он мне не понравился, особенно в жару. Натирает, да, сейчас Faberlic такого уже не делает, делает еще качественнее, еще лучше. Чашечка такая довольно-таки симпатичная. Она идет просто для поддержания, да, для поддержания груди, но грудь она и не увеличивает, потому что тут, ну, я не знаю, сколько миллиметров, она очень-очень маленькая, аккуратненькая. Ну, здорово, здорово, классно.
Вот такой вот нижний белье от компании. Как обычно, компания Faberlic на высоте. Качество шикарное. В каталоге номер 3 ждем белье от Florange. Я думаю, что мы будем в восторге. Оно, конечно, подороже идет, чем белье от Faberlic, но будем надеяться, что оно еще лучше и еще интереснее. Да? Но лучшее качество, чем Faberlic, мне кажется, уже во Florange не будет, потому что на самом деле, когда я зарегистрировалась в Faberlic, не было еще толком ни женской одежды, ничего. Да, я пришла в компанию 2 года назад. Вот. И, конечно, меня поразило сразу качество нижнего белья. Я его начала рекомендовать своим вновь зарегистрировавшимся девчонкам. И девчонки говорили: боже мой, такое качество за такие деньги. Боже мой, это же как... Как так получается шить, да, как получается такие дешевые вещи, да, лифчик, ну, 1000 рублей, да, стоит, к примеру, трусики там 500 рублей стоят, к примеру, да, как можно за такие деньги шить такое хорошее качество, да, и вот, да, компания Faberlic как-то вот нашла золотую середину, скорее всего, за счет большого тиража белья, потому что такое белье много кто любит заказывать, да, и когда вот у меня новички регистрируются, приходят ко мне домой регистрируются, я им показываю нижнее белье, которое, ну, понятно, что которое не успела еще померить, все, они смотрят, говорят: боже мой, какое качество, а сколько оно стоит, наверное, дорого. Я даю девчонкам каталог, и обычно, вот, знаете, ту продукцию, которую люблю я, она у них и получается в итоге в заказе. Они мне говорят: Аня, ты была права, на самом деле мне очень-очень понравилось, да, и это просто великолепно рекомендовать вещи, которые 100% понравятся и вам, и вашим новичкам, и вашим покупателям. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Если видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А скоро будут новинки каталога 3 2017 года. Спасибо за внимание.